Благослови, Владыко. Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас свои искушения, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне пресны, во веки веков. Аминь. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Услышь в мире о спасении душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. Восставление и согрешение во блаженной памяти представлюшегося Господу помолимся. Господи, помилуй. О преснопамятном рабе Божии и архимандрите Ионе, покоя тишины и блаженной памяти Его Господу помолимся. Господи, помилуй. О простите Ему всякое прегрешение, вольное и невольное, Господу помолимся. Неосужденно предстать у страшного престола Господа, славы Господу помолимся. Господи, помилуй. Аллилуйя, блаженни я же избрал и приял еси, Господи, память их в род и род, души их во благих подворятся. Упокой, Господи, души рабои, от кого упование возложишь, Отца и Святителя и Бога нашего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вери истину и пристанище Рима мы, и молитвы все благоприятно Богу. Его же родила Иси Богородица, безневестное время спасение. Покойни души усопчика, раба Божия, преснопоминаемого с архимандрита Ионы, и еже проститеся ему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Так это Господь Бог, учини душу, и гойде же праведнее упокояются. Господи, помилуй. Милости Божия, Царство Небесного, и оставление грехов Его, у Христа Бессмертного, Царя и Бога нашего, просим. Господи, помолимся. Господи, помилуй. Как и Ты, Господи, помилуй. Господи, душу усопшего раба Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Покой, Господи, душу усопшего раба Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Паки, паки, миру. Как же Ты, Господи Боже мой, вознеси руки Твои, Боже, и
Покойни души усопших, гроба Божия, преснопоминаем Господи архимандрита Ионы, еже простите всему всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. Как когда Господь Бог учинит душу, и где же праведнее упокояются. Господи, помилуй. Милости Божие, Царство Небесного и оставление грехов Его у Христа Бессмертного Царя и Бога нашего просим. Господу помолимся. Яко ты иси воскресенье живот и покой сообщего раба твоего, старца нашего, схиархимандрита Ионы, Христе Боже наше, тебе славу воссылаем, с обезначальным твоим отцем и пресвятыми и благими животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Сына и Святого Духа Господа, покой, Господи, душу усопшего раба Твоего, слава Твоей, Сына и Святому Духу, Богородицу и Матерь Света, песнях возвеличим. Души и души праведные, воспойте, Господи, Бога человеку невозможно видеть, на небоже не свечено созерцать. О Боже, воси чистейся человеку, слово почено, Его же величающе, с небесными воитя ублажает. Вечный покой подашь, Господи, усопшему рабу Твоему, преснопоминаемому старцу нашему, схиархимандриту Ионе, и сотвори ему вечную память. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Высокопреосвященнейший Владыка, благослови. Живыми и мертвыми обнови.
Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наших, святаго пророка Ионы, святителя Ионы, митрополита Киевского, Московского и всея Руси чудотворца, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, преподобного отца нашего Куши и всех своих святых, душу от нас приставшегося раба своего, преснопамятного архимандрита Ионы, вселение их святых учинит, в недрах Авраама упокоит с праведными причтет, а нас помилует и спасет, яко благ и человеколюбец. Время, хотя и притупляет боли от разлуки с ним, но его светлый образ всегда хранится в наших сердцах, потому что столько любви, столько доброты, столько терпения, столько снисхождения к человеческой немощи, столько понимания человеческой природы, как у него, мы нигде не встречали. К нему можно было прийти с любым вопросом, с любой бедой, с любой проблемой. Он всегда тебя принимал таким, какой ты есть. Он не нуждался ни в каких пояснениях, потому что Господь ему открывал твою природу, твою суть. Доброта, любовь, чувствуется спокойствие, когда приходишь, чтобы там не было, утешаешься, вот, и все вокруг кажется, ну, все прекрасно, все хорошо, и впитываешь в себя эту любовь, и хочется ее тоже кому-то отдать. Спокойный человек, и он чувствовал нас, он знал нас всех и молился за нас всех, потому что мы думали, что он не знает, мы думали, что он не чувствует, а он все чувствовал и даже ждал. Потому что были такие моменты, когда я бежала, допустим, в храм, сюда, в монастырь, в санаторий, и я уезжала, и я даже не надеялась, что я батюшку встречу. Я просто даже такого быть не могла, потому что все ходили за ним толпами, охраняли его. Вот. А я бежала и только переступила сюда, вот, а батюшка идет сам навстречу. Меня батюшка было... сердцем разговаривает, и с душой разговаривает. И по его молитвам я здесь сегодня, я к нему очень долго добиралась. Я его очень люблю, почитаю и молюсь ему, и он за нас молится, это очень чувствуется. Поэтому мы здесь, потому что его молитва очень сильная, очень благодатная.